Теперь у нас задача вот заниматься клубникой. Брать усы, которые пошли в прошлом году. И вот сюда сажать? Да. И будем сажать. Да, чтобы... Ну, сколько получится. Может быть, здесь и... Ну, и, конечно, прорыхлить эту всю плантацию. Убрать вот эти всякие прошлогодние листья, усы. Чем заниматься? Обработкой клубники. Вот. Вот мы сделали клубнику, почистили, сделали красивую грядку. Сюда мы посадили первые усы, которые были на матошных кустах. Люб, не вычистила. Сейчас мы чистим. Вот, и лишнее подсаживаем. Конечно, нынче здесь ничего не будет, никакой клубники вот на этом ряду. Ну, а может быть и будет. Ну, зато, наверное, на этих клубника будет. Вот. Люба у нас секатором все кусты чистит. Лишние всякие сухие листья, усы. А я потихоньку прообразники, проходы между клубникой чищу, и лишние все усы мы вытаскиваем и сажаем в новый ряд. Так, снимай. Сейчас вот я тут как копаю. Земля у нас хорошая, поэтому особо проблем с копкой нет. Вот так я сейчас вычищу. А потом уже пройдем и все кусты, все усы соберем для того, чтобы посадить в новый ряд. Особо, конечно, кусты молодые, особо нет. Вот эти все от усов стебли нужно обязательно все обрезать, чтобы они не тащились. Вот. Ну вот, например, вот эти, они здесь не нужны, потому что вот ряд идет, а это в прошлом году были усы, поэтому я их выкапываю. И вот мы сюда сажаем. Сразу на весь участок, конечно, трудно клубники набрать. Тем более, что у нас она была сортовая. А вот так помаленьку, полегоньку и наберем на гряду. Она, конечно, очень такая трудоемкая работа. И быстро очень зарастают кусты клубники сорняками. Ну, где-то года три самое то. Потом уже бесполезно заниматься клубникой здесь, на этой гряде. Их нужно пересаживать. Вот. Ну, вот так будем продолжать и дальше делать. Потом немножко еще положим удобрение, подкормим или, может быть, навозом перепревшим. Вот и будет у нас клубника. Ну вот и все, что я вам сегодня хотела рассказать. Такие у нас дела на сегодняшний день. До свидания. С вами была Ольга и канал «Домик у озера Молдино».
Всего доброго. Как печатать?